каждой стране есть свой новогодний персонаж. В Англии это Санта-Клаус, во Франции Пьер Ноэль, в Финляндии Ялоупуки. В Молдове тоже есть свой национальный новогодний герой – Мошкричун. Это не Санта-Клаус и не Дед Мороз. У него не похожий ни на кого имидж, характер, свита и колорит. Он неповторим. В этом году он явился детворе страны в своем новом одеянии, которое было пошито по образу национального кожуха 1885 года. Копии маунтельнитку аплаузику зимбете. Дети встретили меня улыбками и аплодисментами. Они были очень рады тому, что я принес им подарки. И несмотря на то, что Мошкричун обычно одет в красный костюм, в новом белом они меня сразу же узнали. Рошу. Я ее деодата маурекуноскут. Благодаря дизайнерам, Академии наук, Национальному музею этнографии и естественной истории Молдовы, Академия Мошкричуна смогла восстановить костюм, символы и забытые традиции проведения новогодних праздников, присущие зимнему волшебнику и молдавскому народу. Ежегодно Академия Мошкричуна организует множество приуроченных к празднику акций, создающих праздничное настроение для всех жителей Молдовы, и больших, и маленьких. Каждый день нам приходят новые письма. Мы их читаем, распределяем по разным категориям. Особенные письма приходят от детей из социально незащищенных семей. Мы впечатлены тем, о чем пишут дети. Не каждый ребенок желает что-то материальное. Есть дети, которые хотят что-то душевное, здоровье и счастье, например. Кому-то достаточно просто ответа от Мошкричуна, а кто-то желает ему долгих лет жизни, чтобы он смог добраться до всех деток в эту волшебную ночь. Для того, чтобы написать письмо Мошкричуну, не надо искать адрес. Достаточно написать на конверте «Мошкричун» и можно отправлять без марки. В ответ ребенок получит яркое письмо. Благодаря участию Пошта Молдовии дети отправляют и получают письма и поздравления бесплатно. На сегодняшний день у нас более 12 тысяч писем. Мы, помощники Мошкричуна, всей командой отвечаем на письмо каждого ребенка и стараемся убедиться, что он получил ответ и сюрприз – маленький стикер, который мы вставляем в конверты. На сайте Мошкричун.МД каждый может подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. На елке желаний висят письма детей, которые верят в чудо и мечтают о подарке от Мошкричуна. Выбери одно письмо, введи свои данные, получи адрес и отправь подарок тому, кто о нем так мечтал. Помимо всего этого, Академия Мошкричуна открывает волшебный маршрут в период с 25 по 28 декабря. По бульвару Штефан Чулмари будет ездить автобус, и каждый ребенок сможет стать его пассажиром. Здесь будут проводиться конкурсы, викторины и игры, за участие в которых все получат сюрпризы. Самым захватывающим моментом станет встреча с настоящим молдавским Мошкричуном. Академия Мошкричуна обрела официальный статус в декабре 2001 года, в то время, когда Молдову посетил Санта-Клаус. Именно он встретился с президентом республики, который подписал сертификат об учреждении в нашей стране Академии Мошкричуна. Основная задача Академии – популяризация молдавского национального новогоднего персонажа, повышение его статуса, организация новогодних мероприятий и почты Мошкричуна. Ваш тепт кудраг. Хо-хо-хо.